Итак, квест закончен пару дней назад. Вот сумма за неделю. Ну, кому лень считать, это 16 357. То есть завтра с утра где-то примерно часов в 9, в 10, в 11 плюсом упадет 4 косаря за квест. Но видос как бы не о том, как поднять 4 косаря на халяву или же выполнить 112 заказов за неделю, и даже не о том, что даже при коэффициенте плюс 20 плюс 70 рублей все заказы зеленые на протяжении практически 3 месяцев. То есть даже в субботу коэффициент поднимается максимум плюс 70 при коэффициентах плюс 120 плюс 150. То есть наебалово, блять, от Яндекса очередное, нахуй. Так, ладно. Еще часик покатаюсь, поскольку мне надо сейчас доехать до деревни, взять раму от мотокультиватора. И еще замерить сами оси на маятнике под амортизаторы. То есть на Озоне есть сальные блоки 10, внутренняя обойма 12. Вот какие стоят у меня, непонятно. То есть можно купить поштучно, можно купить комплектом. Комплекты все 10, комплекты все 12, и комплекты 10 две штуки, и 12 две штуки. Итого, блять, цена вопроса 5 хат. Но в магазинах сайлентблоков как бы нет на мопед безумного Макса, поэтому все стоит колом. Ну и поскольку я решил заехать в деревню померить сами вот эти вот осюшки, насколько они там стоят, на 12 или на 10, то есть в интернете разная информация, в принципе такая же, что и маятник на мопед Альфа, он 210 мм, но в моем случае он почему-то 225, то есть 22,5 сантиметра. Ну, поскольку я ось заказал на 26,5, но по итогу она почему-то вышла 24,5. То есть в любом случае у меня запас есть, примерно гайка 1,5. Ну, с сальными блоками засада, то есть или ждать 3 недели, когда будет завоз в магазин, то есть обещали привезти в конце февраля. Ну, а оказывается, что будет завоз примерно в середине марта. То есть или заказывать на Зоне за 5 хат, или ждать, когда повезут в магазин за 200 комплект. О, заказик. И вот такая вот зеленая шляпа. Все квесты. Ну и без квестов тоже. Так, ладно, ждем. Ну и приступаем к сути данного видео. Итак, день следующий. Можно поглядеть баланс. 2 заказика после 12 сделал. Съездил в деревню, забрал раму. И что-то баланс у меня 6431. То есть вчера забыл сказать видео, что не прошла оплата 472 рубля, то есть 3 дня она висела где-то там, блять. То есть завтра надо было, по сути, связываться с поддержкой Яндекса, и чтобы бабки мне положили на счет. Но все пришло, как говорится, вовремя, блять. Что не можешь не радовать. Так, сейчас бабос выводим и приступаем к самой сути видео. Поскольку мне рекомендовали купить казан, не знаю, для чего он мне нужен, но сказали, вещь нужная, пригодится.
Так, это для 16-литровых казанов печь чертежи. Это габариты. Так, ну это 12-литровый, по-моему, казан. То есть с плоским дном. Ну, внутри оно полукруглое, снизу оно плоское, чтобы можно было ставить, как сейчас на фотографии стоит. Вот сравнение 12 и 16-литровый. То есть 12 литров, на мой взгляд, маловато. Маловато будет. Поэтому будем брать 16. И вот для 12-литрового казана печь тоже габариты. То есть есть даже казаны на 100 литров. Ну там, блядь, пиздец. Так, ладно. Переходим к Диме Маликову. Кстати, на эти бабки, что у меня сейчас на балансе в Ядексе, можно купить движок. На 6,5 или 7 лошадей. То есть Парма, Карвер, Даман. Но Даман, судя по отзывам, шляпа полная. То есть можно даже тут по зон-карте где-то купить движок буквально за 4800. 4873. 6,5 лошадей, 19 вал, легкий запуск. Так себе в корзину накидал всякого говна. Противогаз можем прикупить, кстати. Вот два эндоскопа у меня уже есть. Но к рабочему телефону не подходит. Так, и вот суть нашего сегодняшнего видео. Как получить казан на халяву. То есть был у меня вариант купить 12 литров. Но пару дней назад он стоил 1990. Сейчас он стоит 2139. То есть плоское дно снизу, сверху. Точнее, внутри их круглые, полукруглые, полусфера, блять, как там правильно сказать. Ну, то есть вот такая вот форма. Есть круглое дно, есть плоское. Я думаю, что надо брать плоское на всякий случай, поскольку возможно буду что-то делать и дома. Так, интернет желает лучшего, конечно же. Теле 2, блять, рулит. Просто все тормозит. Даже на камнях можно херачить. Угли делать. Так, ладно. Это у нас 2139. Ну и 16-литровый. То есть в подарок специи, электронная книга рецептов, плоское дно с крышкой. На 60 рублей дороже 16-литровый. То есть будем брать именно 16 литров. Осталось 5 дней чего-то тут. Супер распродажа. Ну, цен, конечно, на зоне, блядь, пиздец. Даже вещь, которая стоила в магазине 500, ее завышают до 3000, а потом скидывают на 600 рублей. Типа акция. То есть есть у меня вот такой вот в планах купить казан. То есть можно взять казан, казан-печь, казан-печь с трубой и дверцей. Но нет шумовок, вот этих вот поварешек хромированных. Ну или нержавеющих, не знаю. То есть у меня тут все как бы выставлено. Осталось только забашлять бабосы и ждать, когда пришлют. То есть доставка послезавтра. Сегодня у нас 16, значит, 18 числа он должен приехать. Но вес его там составляет где-то порядка 15 килограмм. То есть 12-литровый где-то 12 килограмм, 16 около 15. Вот, наверное, и вся суть данного видоса. То есть плоское дно будет у нас. Ну, все такое же, как 12-литровый, только на 16.
То есть клеймо должно быть и все остальное. Но почему-то не нашел нигде. Вот эти вот 47 сантиметров, это на 12 литров. То есть на 16 литров размеров нет. Поэтому полез в интернет, но там тоже ничего отдельного нет. То есть 44 сантиметра должен быть диаметр внешний. Внутренний где-то 30-42, а 12-литровый на 38. И 12-литровый глубиной где-то 17 сантиметров, значит, это должен быть где-то 19. Ну, то есть, приедет, сниму отдельный видос. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока. Так, бабосы на карте, можно оформлять заказ. Ну, 2200, цена вопроса. Ну, на Авито, по-моему, 2400 12-литровый продают. На Яндекс.Маркете дороже почему-то. То есть от Димы Маликова казан будет, считай, на халяву. Но это есть как бы смысл данного видоса. Вон, блядь, скидка 5998. Я не знаю, кто купит казан за 8000, когда 100-литровый казан стоит 12600, по-моему, или 12700. Так, платим. Ну, то есть 18 февраля, через 2 дня, казан от Димы Маликова будет у меня. Но это не точно. Его могут прислать и завтра, и через неделю, и через 2. То есть все вот эти вот сроки в последнее время вообще ничего не значит. Вес 14 300.